Глава региона сменил галстук на лопату. Накануне праздника Наурыз первые лица города и области занялись озеленением. Более сотни молоденьких сосен появились в благоустроенном сквере на юго-востоке. О том, как город облагораживают, расскажет наш корреспондент. С лопатой главу региона встретишь нечасто. Сегодня Балжан Авдишев решительно взялся за дачные инструменты и бережно прикопал саженец. 130 молоденьких сосен посадили в сквере по улице Язева. Совсем недавно аким объявил двухмесячник по санитарной очистке городов и районов Карагандинской области. Это начало вот большого мероприятия, большого двухмесячника, к которому должны все подключиться непосредственно перед нашим праздником Наурыз, праздник обновления, я думаю. Эти деревья тоже как символ обновления, улучшения нашего областного центра, в том числе, конечно, в целом нашей области. И, конечно, здесь должны принять все предприятия всех форм собственности, все наши горожане непосредственно по благоустройству, по озеленению, по санитарной очистке. Вместе с акимом области принимали участие в озеленении партийцы, общественники и молодежь. Алма Костемирова, активист молодежной организации «Жасыл Ель». Весну студентка решила начать с полезных дел. Я впервые сажаю деревья, и мне это очень нравится. Я рада, что меня друг пригласил перед Наурызом делать такие вещи. Это очень даже правильно. И я бы хотела, чтобы все занимались такими вещами. Чувства очень даже классные. То, что это происходит впервые. Результат оценивают уже простые горожане. Тут и чистый воздух, и уютная аллейка. У меня здесь 6 внуков. Я с этими внуками часто здесь гуляю. Я очень рада, что нам посадили вот деревья, сосны. А еще рада за то, что у нас... лавочки поставили. В общем, благоустроили очень хорошо. К слову, в этом году на благоустройство, озеленение и санитарную очистку всего региона выделены 3,5 миллиарда тенге. На эти средства будут облагорожены 8 скверов, 128 дворов, высажены 58 тысяч деревьев по всей Карагандинской области. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.